1 февраля Пенсионный фонд подготовил сразу несколько приятных сюрпризов. Один из них – модернизация электронного кабинета, где можно без очередей и в удобное время сделать 90% операций. Из 23 предоставляемых Пенсионным фондом услуг, 19 уже работают на сайте. Самые распространенные – это вопросы материнского капитала, изменение способа доставки пенсий, управление пенсионными накоплениями, а также здесь вы найдете удобную форму подачи заявлений, запросов на изготовление справок, то есть все, что связано с пенсионным назначением. Недоступны пока запрос на пособие по погребению и другие мелкие выплаты. Где-то 20-22 тысячи в год появляется новых пенсионеров. И учитывая, что уже пополняют ряды более молодые поколения, которые, так сказать, уже далеко от военных лет, и многие уже разбираются в вопросах информационных технологий, то Пенсионный фонд сегодня идет тоже в ногу со временем. Чтобы зарегистрироваться в электронной системе, нужно взять паспорт и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования. Подойти в любой ближайший пенсионный фонд. Это займет около 10 минут времени, а сэкономит часы, которые раньше вы проводили в очереди. Второй сюрприз – индексация пенсий. Ежегодно 1 февраля страховая часть для пенсионеров вырастает на размер инфляции. В этом году она повысится на 5,4%. Однако изменения коснутся только неработающих пенсионеров. Их врезание около 350 тысяч. Работающие же люди будут получать проиндексированную пенсию после завершения трудовой деятельности. В среднем у нас размер пенсии увеличится по области с учетом этой индексации где-то на 656 рублей. Соответственно, денежные средства в объеме 1,8 миллиарда в расчете на год. Таким образом, средний размер пенсии составит 12 812 рублей. Также индексация коснется выплат федеральным льготникам, которых на территории области более 250 тысяч человек. Среди них инвалиды, ветераны боевых действий, герои труда и другие. Такая выплата тоже повысится на 5,4%. В денежном эквиваленте или в виде материальной помощи люди получат лекарства, медицинские изделия, путевки на санаторно-курортное лечение и многое другое.